Всем привет, друзья! Недавно забегала в Фикс Прайс и нашла некоторые интересные новиночки, о которых хочется вам рассказать, показать. Давайте поскорее посмотрим, что же привезли на этой неделе. Может быть, что-то для вас окажется полезным. И первое, что мне попалось на глаза, это новый стеклянный заварочный чайник. Изготовлен он из боросиликатного стекла, за счет этого выдерживает перепады температур, имеет объем 800 мл. В принципе, стандартная классическая конструкция для подобного заварочного чайника. Колба из нержавейки, которая помещается внутри, крышка выполнена из пластика. Продается в нескольких вариантах расцветок. Ценника не было, но, думаю, цена будет 299 рублей. Снова появились в продаже шестигранные терки. Стоят они 199 рублей. Тут у нас и обычная классическая крупная терка, мелкая. Также можно нарезать слайсами. Есть терка для нарезания корейской моркови, а также вот такая фигурная. Еще один вариант терки, которая стоит 199 рублей, это набор, состоящий из двух терок с контейнером. Объем 780 мл, можно натирать овощи, фрукты, сыр, так заявляет производитель. Я раньше покупала подобного плана терки, но так и не привыкла к ним. Нравится обычная, классическая, она у меня в использовании намного чаще, чем вот такая. Среди вкусняшек новиночек я особых не заметила. Появился в продаже жевательный мармелад, детский, например, вот такие мармеладки в виде трех котов, а также видела обычные классические круглые, но в коробочках с изображением куклы Лол. Пластиковый поднос размером 42 на 31 сантиметр. Цена 124 рубля. В нашем магазине представлено два варианта расцветок, два варианта оформления. Имеются бортики и удобные ручки для переноски. Из коллекции Tutti Frutti нашла только одну новиночку пока на этой неделе. Это пластиковая подставка для кухонных принадлежностей. Стоит она 249 рублей. Размеры 22 на 22 сантиметра. Ширина чуть более 9 сантиметров. Сюда можно поставить разные столовые приборы. Также можно разместить и ножи. Представлены в основных расцветках этой коллекции ярко-розовая, персиковая и салатовая. Новые тканевые коврики для сушки посуды. Эти коврики выполнены в белом цвете с яркими рисунками. Внутри имеется поролоновая вставка, за счет этого будут впитывать воду. Конечно же, лучше покупать темные расцветочки, потому что вот такие все-таки будут оставлять на себе разводы со временем. Цена 79 рублей. Мягкая складная коробка размером 25 на 25 сантиметров, выполненная из фетра серого цвета и дополнительно украшена аппликациями в виде динозавриков. Вариантов исполнения динозавриков несколько. У нас в основном это зеленые динозавры и голубые. По традиции показываю новиночки среди пряжи, к сожалению, не разбираюсь, даже не буду вставлять свои 5 копеек, просто покажу варианты моточков, характеристики их. Очень мне они понравились на ощупь, наверное, для шарфиков хорошо подойдут, для детских шапочек, для носочков. Мне вот расцветка понравилась, если бы умела вязать, точно бы взяла. Несмотря на то, что зима уже подходит к концу, но в Фикс Прайсе появляются новинки среди перчаток. Утепленные перчатки с искусственным мехом и баллоневым верхом. Стоят 299 рублей. Есть разные варианты расцветок.
Друзья, также появились новиночки среди книг. Так как их было немного, решила показать в этом видео, и отдельное видео на книжный канал выставлять не буду. Это несколько новинок от Татьяны Мастрюковой. «Приоткрытая дверь. Книжки в мягком приплете за 149 рублей». Вторая новинка от этого автора «Приходи вчера. Жуткие истории». Новая серия от Евгения Гаглоева. Эта серия под названием «Чернокнижец», и представлена она двумя книгами. Ничего не знаю про эту серию произведений. Первая называется «Зеркальные врата теней». И вторая «Ледяной кокон смерти». В новом большом количестве завезли вот эти беспроводные зарядные устройства. Стоят они 249 рублей. Конечно же, вариант вот такого устройства очень классный. Мы получаем и подставку, и дополнительную зарядку. Но есть один нюанс, что нужно обращать внимание при выборе, поддерживает ли ваш телефон беспроводную зарядку или нет. Мои любимые корзинки из коллекции Loft. Это пластиковые корзинки. Сейчас их завезли в трех цветах. В основном это беж и белый. Также есть темно-серый. Стоит всего лишь 116 рублей. Выполнены они из плотного пластика. За счет того, что они имеют вот такие спокойные расцветки, а также универсальные размеры, будут хорошо смотреться на любых полках. Размеры 29,5 на 18,5 см. Высота бортиков 10,5 см. На полочках с товарами для красоты заметила вот такие деревянные декоративные тарелки. Если я не ошибаюсь, они входили в какую-то предыдущую коллекцию годом ранее. Стоят они 199 рублей. Среди игрушек явных новинок не заметила. Основной ассортимент, который дополнился буквально парой новых игрушек. Озорная кричалка за 349 рублей. Это игрушечный пластиковый мегафон для детей. Питается от батарей, представлен в нескольких вариантах форм. А еще есть интересный магнитный пазл. Тут большая коллекция и в наборе в основном по 70 деталей. Друзья, посмотрите, какие интересные искусственные растения завезли. Не знаю, как правильно называется этот вид растений, но издалека вот такие свисающиеся грозди смотрятся просто шикарно. Вот и издалека можно подумать, что это вообще живые цветы. Какие-то уголки красиво им будет украшать. К сожалению, вот не могу придумать, где дома можно их использовать у себя. Если бы нашла, точно взяла, потому что мне понравилось, как они красиво смотрятся, особенно в большом количестве. Снова завезли коллекцию артишоков. Это у нас искусственные цветы, вот такие красивые бутоны, исполнены шикарно. Они продаются в розовом цвете, а также темно-зеленом. И вот такие искусственные пластиковые зеленушки тоже мне понравились. Посмотрите, как красиво свисают. Искусственные орхидеи завезли, к сожалению, ценников на них не было. И вот такие обычные зеленые веточки в трех вариантах расцветок. Среди косметики что нового? Это вот такой крем. Крем для лица, серия ретинол с разными биологическими добавками. Стоит он 59 рублей и представлен у нас в трех вариантах.
Большие бутылочки крем-гель для душа с ароматом кокоса стоят 116 рублей. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что информация по новинкам FixPrice была для вас полезной. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро.